Всем привет! Меня зовут Катя, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы будем тестировать очередную малышку от Наташи Деноны, мини ретро. Это, наверное, самая желанная лично мною палетка в линейке, и давайте не будем долго откладывать и начнем. И, к сожалению, здесь ничего нового я вам показать не смогу, потому что эти пятерки у Наташи Деноны выглядят приблизительно одинаково, различаются только цвет упаковки. Мини-ретро выполнено в цвете розового золота. Что касается граммовки, то здесь все стандартно. На 5 оттенков приходится 4 грамма теней, то есть каждый рефил по 0,8 грамм. Что касается цены, то за границей на все мини-палетки у Наташи Деноны цена одинаковая, $25. А вот у нас уже не все так радужно. Предыдущие палетки от Наташи в российской Сефоре стоили приблизительно 2000 рублей, 1900 с лишним, то вот эта вот уже палетка приехала значительно дороже, видимо, сказывается подросший до небес курс. Слава богу, там она не супер сильно подорожала, я, если честно, ожидала худшего, и ее цена в российской Сефоре 2400 рублей приблизительно, если не учитывать там какие-то скидки, промокоды. Давайте открывать картонную упаковку, и, на мой взгляд, это даже внутри выглядит лучше, чем все, что мы до этого видели. Модные такие у всех и вся нынче розово-телесные оттенки, но все равно я влюблена в оформление. Давайте для начала поговорим немного про текстуры в этой палетке. Здесь все стандартно для Наташи. Один сатиновый, вот этот вот нежно-розовый оттенок, два матовых и два спаркла очень красивых, которые затираются в зеркало, но об этом позже. Давайте для начала посмотрим макияж, как я сегодняшний делала, и потом поближе свотчи на разных подложках, и я расскажу вам про каждый оттенок поподробнее. Чем больше палеток от Наташи Деноны я пробую, тем больше я понимаю то, что слово, напечатанное на упаковке Наташи Деноны, это совершенно не гарант качества. И как мы уже с вами видели, даже матовые оттенки, мои любимые у Наташи, ведут себя от палетки к палетке совершенно по-разному. Бывает такое, что они сами с собой растушевываются, а бывает то, что очень сильно залипают и пятнят. Также и спарклы какие-то жуют века, какие-то не держатся, а с другими абсолютно все хорошо. Что касается палетки мини-ретро, то она стала для меня приятным удивлением и удачным представителем мини-палеток Наташи. Давайте обо всем поподробнее. Что касается матовых, это невероятные сложнейшие оттенки, аналогов которым у меня нет в коллекции, хотя теней у меня много. Вот этот вот темно-зелено-серый хаки. Его действительно супер сложно отнести в какую-то цветовую категорию, потому что он очень сильно меняется в зависимости от соседних оттенков и от подтона кожи, на которую вы его наносите. Также и вот этот вот бежево-розовый. Они прекрасно переносятся как кистью, так и пальцем. Конечно, пальцем это все более ярко. Растушевываются просто на раз-два, набиваются сами на себя и на друг друга. Не создают грязи, когда мешаются друг с другом. Хотя кажется, то, что два таких сложных грязноватых изначально цвета вперемешку будут давать вообще сплошную грязь, но нет, слава богу, тут такого нет. И мне нравится использовать их как по отдельности в макияжах, так и вместе. Они прямо, знаете, такие супер плотные матовые. Это вот прям матовые Наташи Деноны, которые я так люблю. Никакой резиновости, пластилиновости, а именно пудра, которая ведет себя великолепно. Что касается сатина, я полюбила сатиновые оттенки именно в палетках Наташи, потому что они
работают не только как сатины в основном, но и как матовые оттенки. Вот в предыдущих палетках, когда сатин был темным, им можно было и углублять, и нижнее веко прорабатывать, и наносить на все веко. Вот этот вот светлый, и, к сожалению, из-за этого ему намного меньше применения находится, но для меня это отличный оттенок в уголок глаза, на все подвижное веко, несмотря на то, что он розовый, он не делает мои глаза больными, заплаканными, и в нем небольшие такие деликатнейшие блестки, что делает его богатым сатином. И если вам нужен прям такой скромненький-скромненький макияж, то его можно бахнуть на все подвижное веко, и будет вообще очень красиво. Но звезды, конечно, этой палетки – это два спаркла, которые, на мой взгляд, дублируют оттенки матовых. И это невероятно красивое зеркало. Они создают влажнейший эффект на коже. И микрошиммер вот этот вот внутри при искусственном освещении зажигается и делает ваш макияж просто невероятно красивым. Смотрится лучше всего, когда я наношу их пальцем, но кистью тоже их можно нанести. Просто нужно подольше будет все это повбивать. Их не нужно ни клеить на глиттер, ни какую-то супер липкую базу под них наносить, даже на припудренный консилер, все смотрится обалденно. Единственное, что в первые минут, наверное, 10-15 после нанесения есть ощущение сжеванности века, но потом все это отпускает и выглядит нереально круто. Они очень жирненькие, их можно просто с одного свотча тянуть в бесконечность. И если прямо всматриваться в эти два спаркла, то сероватый он выглядит как бы обычным, потому что в нем растворен такой серебристый шиммер. Да, когда все это растирается, выглядит очень богато, но что касается розового, то там какой-то даже немножечко голографический шиммер. Я вижу там такие розово-фиолетовые блестки и серебро, и, конечно же, когда мы смотрим под искусственным освещением, это выглядит просто потрясающе. Эти оттенки тоже для меня являются уникальными, подобных у меня вообще нет в моей коллекции, и это та палетка, наверное, которая стоит каждого своего доллара, и из всех предыдущих палеток, которые мы с вами протестировали, это та, которую я первую пойду и куплю, когда будет промокодик. Потому что жаба моя душит, знаете, мне покупать палетки, которые не только что вышли за полную цену. Их всегда можно найти на какой-то акции, если очень постараться. Я надеюсь, что вам это видео понравилось и было полезным и интересным. Если у вас есть любимчики от Наташи Деноны, обязательно пишите об этом в комментариях. Да даже если и нет, то я жду все ваши мысли по поводу бренда, ценообразования. И, конечно же, не обходите стороной палетку мини ретро. Пишите, что вы думаете по ее поводу, стоит ли она покупки. Может быть, вы знаете какие-нибудь аналоги, которые могут ее заменить. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всего вам доброго. До свидания.